Здравствуйте, с вами МЧС Удмуртии. Подводим итоги минувшей недели. В период с 4 по 10 марта пожарно-спасательные подразделения реагировали на 26 пожаров. К сожалению, один человек погиб, 3 человека получили травмы. Наибольшее количество возгораний произошло по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожного обращения с огнем. Так, 7 марта в селе Завьялово и в городе Ижевске случились пожары из-за короткого замыкания электропроводов в вытяжном вентиляторе в ванной комнате. В обоих случаях хозяева купили квартиры с подвесными потолками и встроенными в них вентиляторами. Но проверить исправность электроприборов новые владельцы не спешили, за что и поплатились. Уважаемые граждане, напоминаем в очередной раз, заботьтесь о своем комфорте, не забывайте о своей безопасности. Вызывайте специалистов вовремя и берегите себя и свое имущество от пожара.